Только человека убил, а так все нормально. Да я не убивал никого! Это ошибка! Конечно, ошибка. Вот ты сейчас за нее ответишь. Давай. Копай. Отпустите. Прошу вас. Глубже копаешь, дольше проживешь. Этот урок надолго запомнит. А кто тебе сказал, что это урок? Сейчас кончим его и дело с концом. Что значит кончим? Я на мокруху не подписывался. А, тебя никто не спрашивает. Все, кончаем его. Вот черт. Походу он свалил. Бегом! Хорошо, ты его сцепил. Ага, далеко не уйдет. Туда. Ну что, поел? Что делать будешь? С пацанами на рыбалку пойду. Хорошо. Но мне пора на работу. Чи! Ну-ка, покажи мне глаза. Мам, все нормально. Это не аллергия. Я просто чихнула. Глаза не чешутся, точно? Точно. Пойдем. Так, обед на плите. Придешь, тогда разогреешь. Понял? Понял. Мам, я сегодня щуку хочу поймать. Если поймать, то уху сваришь? Ну, конечно, сварю. Только осторожно на речке. На глубину не лезь. Понял. Добрым утречком. Витька, а чего ты с попкой-то не здоровишься, а? Сынок, иди. Че пришел? К сыну в гости. Я же отец, имею право. Право ты имеешь. Только какой ты отец? Сколько раз тебе говорил не приходить в таком виде? Отец он. Сын даже днем рождения не поздравил. Так я ж, болел. А ты все время болеешь. Ты вспомни, когда Митя тебя видел последний раз трезвым. Ой, ну хватит бухтеть, а. Да чего я с тобой говорю? Подожди. Дай денег немножко похмелиться, ну. Очень надо. А ты в гости пришел за деньгами? Ты совесть свою где потерял? Пропил всю?
Ничего не дам. Иди, отоспись. Ну... Ей было 30 лет. 30! Как? Как это могло произойти? Геннадий Борисович, когда выписывали вашу супругу, у нее не было никаких тревожных симптомов. Не было! А в заключении написано, что смерть произошла от обильного внутреннего кровоизлияния. Как вы мне это объясните? Я не могу этого объяснить. Калинин – опытный хирург. То, что случилось с вашей супругой, трагическое стечение обстоятельств. И от лица нашей клиники мы выражаем вам глубочайшее соболезнование по поводу смерти вашей супруги и готовы на любые компенсации. Какие компенсации? Они мне что, жену вернут? Учтите, я разнесу всю вашу клинику в пух и прах. Я камня на камне от вас не оставлю. Геннадий Борисович, мы приняли меры. Хирург, оперировавший вашу жену, отстранен от работы. Я хочу его видеть. Я в глаза ему хочу посмотреть. К сожалению, это невозможно. Он пропал. На звонки не отвечает. Найди мне его. Хорошо, Геннадий Борисович. Найдем. Сбежал. Вы что, его упустили? Ну, так получилось. Но он ранен. Далеко уйти не мог. Мы сейчас в деревне. Он наверняка здесь. Ну, так найдите его. Когда найдете, сразу валите. Этот хирург не должен вернуться в город. Сделаем. Ну что, искать где будем? Если он до ментовки добрался. А вот это мы сейчас и проверим. Как мы проверим? А вот поедем и спросим. Слышь, командир. Че тебе? Дай денег похмелиться. Трубы горят. А за что тебе деньги давать? Ты их не заработал. Ну дай хоть немножко. Земля круглая, и все вернется. Слышь, человека незнакомого в деревне не видел? По-городскому одет. Нет. Ну так иди и найди его. А как найдешь, приходи и получишь деньги. Понял? Понял. Иди. Поехали. Тетя Лида, распишитесь, где галочка? Где? Вот здесь. Ага. Так. Вот ваша пенсия. Валь, а не многовато ли, а? Может, ты ошиблась? Тетя Лида, помните наш разговор? Когда вам стаж засчитывали, 1,5 года по болезни не учли. Я им отправила документы, вот они и пересчитали. Ой, спасибо, деточка, спасибо, милая, спасибо, ой, спасибо, ой. Валь, ты корреспонденцию для отправки подготовила? Подготовила. А пенсии все раздала? Да нет, вот Прокофьевна не пришла. И Анатолий Егорыч тоже. Ну ладно, я сама им занесу. Ну зачем сама? Завтра сами придут.
Да мне не трудно, мне ж по пути. Ну ты молодец, Валентина. Вот все успеваешь. И работать, и людям помогать, и сына растить. Вот не зря я хочу тебя на свое место рекомендовать, когда на пенсию уйду. Спасибо, Светлана Афанасьевна. Ой, Валентина, все у тебя хорошо. Только вот с мужем тебе не повезло. Николай, а? Какой хороший парень был. Кто бы мог подумать? Он мне больше не муж. Слава богу, развелись. Да без тебя он совсем в разнос пошел. Только ты могла его держать. Да не держала я его. Просто молчала. Каждый день пил, все из дома повынес. Вон на Митьку руку поднимал. Да, беда. Мужика бы тебе хорошего. Хозяина в доме, чтобы любил, берег. Так где ж такого найдешь-то? А Тимофей участковый? Да он же со школы по тебе сохнет. И неплохой человек. Да не нужны мне эти мужики, ни хорошие, ни плохие. Сама справлюсь. Мне и с Митькой вдвоем хорошо. Коля! Коля, хватит! Ты что? Да что же вы делаете такое? Перестаньте! Вы что, убиваете друг друга? Коля, ты что, в тюрьму захотел? Прекратите! Коля! Вон, участковый едет! Вот он сейчас, да! О, побежал! Так, что здесь происходит? Да вот, дерутся! Николай, опять безобразишь. Смотри у меня. Да ты не грози, ты его же посади, а то опять драку устроит. Тимофей, ты власть или кто? Забери ты его, пускай проспится. Пойдем. Иди, иди. Слушай, Тимох, отпусти. Какой я тебе, Тимоха, садись. Поразит. Глянь, еще и грозится, а? Ой, да. Ой, безобразие. Совсем от рук отбился. Вот видишь, как прихватило-то, а? Опять давление? Оно самое. Так, может быть, скорую вызвать, а? Да я Маше позвонила, медсестре нашей. Обещал прийти, укол сделать. Да чего-то нету. Вот здесь. Ага. Тетя Клав, может быть, что-нибудь нужно? Я вообще-то хотела в магазин сходить. Молочка, сметанки купить. Да вот идешь сама-то. Не доползу теперь. Ну так давайте я куплю. Ой, спасибо. Так может, деньги возьми? Потом рассчитаемся. Ой, спасибо тебе, Варя. Дай бог тебе здоровья. Так, поправляемся. На обратном пути забегу. Хорошо, спасибо. Хирурга нашли? Пока нет. Ребята ищут. Я до сих пор не могу поверить, что все это произошло. Зачем я только уехал из города? Ведь мог же отложить дела. Ты последний, кто видел Катю живой. Был рядом с ней. Расскажи мне еще раз, как это все произошло. Подробно. Екатерина Васильевна выписалась из клиники. Мы выехали. В
Вдруг ей стало жарко, она попросила открыть окно. Проехали еще минут 10. Я смотрю в зеркало. Она на сиденье заваливается. Я сразу же остановился и к ней. Зову, она молчит. Дыхания не было. Пульса тоже. Дальше. Я вызвал скорую, полицию. Вам позвонил. Тело отвезли в институт медэкспертизы. Вскрытие показало, что она умерла от обильного кровотечения. Я сделал все, что мог. Ладно, иди. Постой. Как только найдешь этого мерзавца, сразу ко мне. Хорошо, Геннадий Борисович. Килограмм сахара и 2 килограмма муки мне дайте. Сейчас. О, Валь, Колька твой драку тут устроил. Тимофеева в участок повез. Да какой же он мой-то? Присмотрела бы ты за мужиком, что ли. Ага. Совсем сопьется же. Я что, няньки, что ли, за ним присматривать? Пусть сам с собой смотрит. Тебе виднее. Здравствуйте, женщины. Здрасте. Здрасте. Извините нас за беспокойство. А не подскажете, где у вас здесь отделение полиции? А, так это за магазином направо, а за углом налево. Спасибо большое. Да, кстати, а вы здесь никого чужого не видели? Не из вашей деревни? Нет, не видели. Нет, не видели. Девушка, а вы? Нет, чужого не видела. Спасибо. Извините за беспокойство. Да. Как вы думаете, кто это? Из органов, наверное. Вот, преступник какого-нибудь ловит. Валь, ты как думаешь? Ну, так, может, конечно, еще? Из органов, но физиономии бандитские. Это похоже. Точно. А мне так. Килограмм стекляшек насыпьте. Угу. Сейчас. Слышь, Тимох. Еще раз меня Тимохой назовешь, кляп в рот засуну. Слышь, гражданин начальник, ну худо мне. Может, за пивком сгоняешь? Я тебе сейчас сгоняю. Добрый день. Добрый. А вы по какому вопросу? Тут на вашем участке человек один пропал. Недалеко от вашей деревни отдыхал и пропал. На вид лет 40, приблизительно моего роста, светлая рубашка, темные брюки. Он к вам не заходил случайно? А вы кто такие? Это не важно. Вы на поставленный вопрос отвечаете? Нет. У нас в деревне таких не было. Вы уверены? Уверен. Что ж, спасибо. Хорошего дня. Они у меня спрашивали, видел ли я кого-нибудь чужого. Серьезные ребята. Да уж. Непростые. Ну и куда теперь? Надо спросить в местной аптеке или медпункте, не обращался ли к ним кто туда. Он ведь ранен. Ему нужны медикаменты. Точно. Поехали. Поехали. Здравствуй, Маш. Чего тебе? Да вот, живот прихватило.
Живот? Да. На. Да я его принимал, не помогает. Может, что другое посоветуешь? Я что, врач тебе? Езжай в районную поликлинику и там советуйся. Сил на вас на всех не хватает. А как их принимать? Инструкция внутри. До свидания. Здравствуй, Валь. Здравствуйте. О, привет, Маш. Привет. А ты чего, отработала? Отработала. Везет тебе, у меня конца и края не видно. Как твой Митька? Да ничего, хорошо. Скажи, есть что-нибудь новенькое от аллергии? Есть. Специально для тебя заказала и оставила. Маш. Вот. Спасибо. А я сегодня была у Прокофьевны. Так она ждет, чтобы ты укол ей сделала. Ой, Прокофьевна подождет. Че, мне разорваться, что ли? Когда врача-то пришлют. Да если б я знала. Сама жду, не дождусь. Кручусь здесь, как белка в колесе. Жалко. Человек пожилой. Болеет. Это ты жалостливая. Тебе до всех есть дело. А по мне будешь всех жалеть, на себя не хватит. Вон у нее дети в городе живут, пусть приезжают и ухаживают. Маш, ну нельзя так. Ну, если вот ей хуже станет. Ладно, зайду я к твоей Прокофьевне. Спасибо. Ну, побежала я готовить ужин тогда. А то Митька сейчас с рыбалки придет. Пока. Пока. О. Зачем звал? Хотел бы поговорить про того хирурга. Про какого хирурга? Ну, который оперировал эту женщину. Он приходил ко мне. Спрашивал, что да как. Заключение читал. Говорит, будет настаивать на повторной экспертизе. Не волнуйся, больше не придет. Почему? Не знаю. Пропал куда-то. С ним вопрос решен. Чего ты дергаешься? А ты не понимаешь? Я же совершил должностное преступление и не указал истинную причину смерти. Так за это ты свои бабки и получил. Не так ли? Да она умерла из-за инъекции того самого препарата. Который дал мне ты. Так я же не знал, зачем он тебе. А как ты теперь это докажешь? А? Ты теперь соучастник. Зачем? Зачем надо было ее убивать? А вот это тебя не касается. Ты стал задавать слишком много вопросов. Так что сиди тихо и не рыпайся. Лишнего не болтай. А не то... Ты меня понял. Ну, и куда двинем? Куда-куда? Местных жителей опрашивать. На край деревни поехали, к лесу. Может, они там его видели. Ну что,
Поймал свою щуку-то? Не поймал, она клюнула, я ее стал тащить, и тут леска оборвалась. Ух ты! Ну ты не расстроился? Еще знаешь, сколько поймаешь? Не переживай. Отойди в сторонку. Пошли. Пошли. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Вы никого здесь подозрительного не видели? Ну, может, кто чужий в деревне? Да нет, никого я не видел. Я же вам сегодня говорила. Угу, спасибо. Да, баба с магазина. Ага. Странно все это. Привет. Ты по делу или как? В общем-то, по делу. Разговор есть. Сынок, иди домой, сейчас приду. Угу. Что за разговор? Колька опять у меня на прослушке. И что? Ну, на кой он мне в участке надо? Место только занимает. Меня не вытрезвитель. Ты к чему клонишь-то? Забери его к себе, а? К себе? Ну и чё? Вон в сарае положишь, проспится, уйдет. Еще чего? Зачем мне это надо? Валь, ну надо же что-то делать. Совсем мужик сопьется. Меня больше это не касается. Ну, Николай, тебе не чужой. Все-таки муж твой бывший. Именно. Ключевое слово – бывший. Все, Тимофей, все. Валь! Все. Мам, батя Сереги ему лодку надувную подарил. Мы на ней на рыбалку поедем. Можно? Можно, только вместе с папой Сережей. Ладно. Все-таки приперся. Кто? Да никто. Кушай, сейчас я приду. Хорошему, а? Ой, господи! Вы кто? Пожалуйста, не кричите. Я не сделаю вам ничего плохого. Быстро уходите отсюда! Я не могу. Ранен. Я отлежусь немножко и уйду, обещаю. А это не вас там ищут? Кто? Двое амбалов. Меня. Они из полиции? Нет. Не из полиции. Они хотели меня убить. Так вы идите в полицию. Не могу я никому сейчас доверять, даже полиции. Не могу вам всего объяснить. А мне не надо ничего объяснять.
Давайте я позвоню нашему участковому, и он быстро во всем разберется. Нет, не надо. Пожалуйста. Если меня найдут, мне конец. Ладно. Сарай закрывать не буду. Вы отлежитесь и уйдете. Спасибо. Спасибо. И смотрите, без глупостей. Так кто там шумел? Да никто. Кошка соседская забралась в сарай. Кушай, кушай. Эй, как вас там? Вам плохо? Извините. Я не смог уйти. Я уж вижу. Рана воспалилась. Похоже, заражение. Послушайте, я понимаю, что доставляю вам неприятности. Кроме вас, мне некому больше помочь. Да чем же я могу вам помочь? Вам врач нужен. Я сам врач. Мне нужен антисептик, чтобы обработать рану, и антибиотик. Вам плохо. Только скорее. Господи, свалились вы на мою голову. Ладно, я схожу за антибиотиками, только вы, пожалуйста, не помрите здесь в сарае. Привет, подруга. Ты что, бежала, что ли? Маша, антибиотики есть? Вам плохо.
И вот этот антисептик. А что стряслось-то? Да Митька с велика упал, коленку разодрал. Сильно разодрал? Может, я посмотрю? Да нет. Я сама. Ну, бери. Угу. И шприцы. И вот это. Да ты толком объясни. Да потом. Я все принесла. Такие подойдут? Подойдут. Спасибо. Давайте. Побыстрее, на работу опаздываю. Ловко вы это делаете. Наверное, вы и правда врач. Вы мне очень помогли. Простите, не знаю, как ваше имя. Валентина? Алексей. Будем знакомы. Послушайте, Валентина, пожалуйста, не надо меня бояться. Я не сделаю ничего плохого, я не преступник. Ну, откуда я знаю? А когда эти ваши антибиотики начнут действовать? Надо подождать. Должно пройти время. Лучше подождать до вечера. До вечера? Лучше б я сразу позвонила нашему участковому. Валентина, поверьте мне, вы все сделали правильно. Да почему я должна вам верить-то? А эти двое здесь еще? Нет, я сегодня не видела. Сарай я запру на всякий случай. А то, не дай бог, еще Митька вас увидит. Тебе Беспалов звонит. Да. Ну что? Нашли его? Пока не нашли. Всю деревню перевернули, его нигде нет. Сейчас поедем в соседние деревни шерстить. Да вы что там, охренели совсем? Хоть землю ройте. Найдите его! Ну, что там? Да ничего. Поехали. По дороге что-нибудь пожрать купим. Поехали.
конечно. Пожалуйста. Спасибо. Так, вам что? Мне, пожалуйста, 3 конверта с марками. И открыточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, вон ту. Угу. Спасибо. Извините, я опоздала. Наконец-то. Что случилось? Ты же никогда не опаздывала. Проспала. Ну ладно, работай. Ну ладно, я возьму. Я вас слушаю. Выходи давай. И запомни, последний раз у меня на прослушке. В следующий раз отвезу в район на 15 суток. И Валю в покое оставь. А то я с тобой по-мужски разберусь. Понял меня? Что, все никак простить не можешь, что Валька меня выбрала, а не тебя? Иди давай. Тоже мне защитничек нашелся. Служебным положением злоупотребляешь. Это ты злоупотребляешь. Давай. Валь, проверь, пожалуйста. А? Проверь. Все правильно, только нужно поставить подпись и дату. А вы видели вчера? По деревне 2 таких огромных мордоворота ездили. Какого-то мужика искали. Да я видела их. А чего они его ищут? Возьми. Может, он убил кого? Сдачу возьми. Валь, а как ты мне сдаешь-то? Ну, извини. Извини. Бывает. Валь, а ты чего заказное? Письмо в общую стопку положила. Ой, извините. Да что с тобой сегодня? Ты сама не своя. Светлана Афанасьевна, можно я пораньше домой пойду? Ладно, иди. Корреспонденцию разбери. И иди. Спасибо. Я сейчас приду. Мама, ты куда? Да пойду в сарай кошку покормлю. Я с тобой. Нет, у тебя аллергия. И пока она там, в сарай не ходи, ты понял? Понял. А вы в какой области, врач? Хирург. Из города? В больнице работаете? Да, из города.
Как же вы у нас-то оказались? Да, влип в одну нехорошую историю. А что за история? Обвиняют меня в том, что я не делал. Ладно, кушайте, не буду вам мешать. Валь, ты дома? Здрасте, тетя Маш. Привет, Митя, как твоя нога? Какая нога? Ну, ты же вроде с велосипеда упал, ногу сильно поранил. Тетя Маш, что-то путаете, ниоткуда я не падал. Правда? Ну-ка, покажи. Угу. Ничего не понимаю. А мама где? Мама в сарай пошла кошку кормить. Кошку? Разве у вас есть кошка? Приблудилась какая-то. Приблудилась. Угу. Понятно. Спасибо. Очень вкусно. На здоровье. Я вижу, вам уже лучше? Да, лучше. Но еще надо подождать. Надеюсь, недолго. Ладно, чего уж там. Маша, господи, ты чего здесь? Да вот пришла посмотреть, как Митькина нога заживает. Что там за кошка у тебя в сарае? Или кот? Никого там нет. Мы с тобой подруги или как? Мне хотя бы лапшу на уши не вешай. Не тот ли это мужик, которого эти бабугая по всей деревне ищут? Признавайся. Да, он. Маш, я тебя прошу, пожалуйста, никому не говори, а? Ну и дела. Да ты с ума сошла. Ты у себя преступника укрываешь. Да не похож вроде он на преступника. Говорит, что врач. Из города. Не похож, говоришь? Симпатичный? Может, ты его решила навсегда у себя оставить? М? Не говори глупости. Ну, подруга, ты хорошо устроилась. Мужики возле тебя так и вьются. И Тимофей, и Колька, и этот городской. Но врача-то мне хоть отдай. Я его к себе в больничку пристрою, обеспечу медицинский уход. Нельзя, эти бандиты у тебя его найдут. Как? Подожди, так они не из полиции? Нет. Но я не понимаю тогда, зачем тебе все это надо? Ввязалась в какие-то бандитские разборки. Смотри, беды не оберешься. Да он уйдет скоро. Ладно. Как знаешь. Маш! Да не скажу я никому. Хирурга нашли? Нет, еще ищем. Долго ищете?
И все-таки я не могу понять, как это могло произойти. Как? Ведь у этого хирурга только положительные отзывы. А может быть, медэксперт ошибся? Но тот, что делал вскрытие, мог он что-то перепутать? Фамилия его как? Левко. Только вряд ли он что-то мог перепутать. Найди мне этого Левко. Я хочу с ним поговорить. Хорошо, Геннадий Борисович. Плыл этот медэксперт. Чувствую, расколется. Валите его. По-тихому. Никакой стрельбы. Все должно выглядеть как обычное ограбление. Понял. Сделаем. Давай. Как стемнеет, сразу домой. Ладно. Я не вор, не бандит, ничего тебе не сделаю. Вылезай. Да вылезай, вылезай. А вы кто? А ты кино про войну смотрел? Ну, смотрел. Видел там раненых бойцов от немцев прятали? Видел. Ну, так вот, твоя мама сейчас тоже прячет. Так ведь сейчас не война. Да, не война. Но злые люди и не на войне бывают. Твоя мама молодец. Она у тебя герой. Но только то, что я здесь, это тайна. Никому. Обещаешь? Обещаю. Ну, хорошо. Тогда давай знакомиться. Меня Леша зовут, а тебя? Митя. Рыбалку любишь? Ага. А чего тут у вас водится? Ну, разная рыба водится, лещ, плотва. А крупная есть? Есть, я сегодня чуть щуку не поймал. Она леску оборвала и ушла. Да? Ты на блесну ловил? Нет. Мамка обещала блесну купить, а пока денег нет. А вы разбираетесь в рыбалке? Конечно. Я сам рыбак. Кстати, блесну можно самому сделать. Как сделать? Принеси ложку. Вот и сделаем. Какую? Алюминиевую? Ну, конечно, серебряная было бы лучше. Но можно и алюминиевую. Понял. Я сейчас. Вернулся-то. Забыл, что ли, чего? Мам, можно ложку? Зачем? Мы здесь с Лешей будем блесну делать. С каким дядей Лешей? Мам, да ладно, я знаю, что ты его в сарае прячешь. Он сказал, что ты герой. Так и сказал. Так и сказал. Вот зачем ты пошел в сарай туда? Мам, да я за крючками пошел, я их забыл.
Мам, так можно ложку взять? Да бери. Вот здесь, Лёш, ложка. Подойдет? Подойдет. Так, вы уже с моим сыном успели познакомиться, да? Ну вот, познакомились. Вот, дядь Лёш, тут отвертки есть, проволоки разные. Мы с Митей решили блесну сделать. Вы же не против? Да, конечно, не против. Ладно, не против. Делайте вашу блесну. Две дырки сделать здесь и здесь. Можно я просверлю? Да, конечно. Подожди, я скажу, когда крутить. Так. Давай. Мам, смотри, как здорово получается. Да, действительно здорово. Ну, на сегодня хватит. Ну, мам, уж еще не доделали. Ну, потом доделайте. Тебе же пора спать ложиться. Дядь Леш, мы же завтра блесну доделаем? Обязательно. До свидания, дядя Леша. Давай. Хороший парень. Да, хороший. У меня к вам будет просьба одна. Можно мне одеяло принести? А то ночью холодно. А знаете что? Пойдемте в дом. Я вам там постелю. Хоть поспите по-человечески. Спасибо. Буду очень признателен. Вот чистое можете надеть. Спасибо. Как ваша рана? Ничего, лучше уже. Митя заснул. Все время про блесну говорил. Быстро вы нашли с ним общий язык. На рыбалке сошлись. А вы одна? С сыном живете? Да, вдвоем. Я тоже без отца рос. Он погиб, когда мне было 10 лет. А как он погиб? Ну, он мастером на буровой работал. Там пожар был. В общем, мама меня с 10 лет одна растила. Нелегко ей пришлось. Я еще тем сорванцом был. Мальчику, конечно, отец нужен. Да, нужно. Может быть, вас ждут, волнуются, и вам надо позвонить? Некому.
Давайте я вас покормлю. Да нет, спасибо, что-то не хочется. Ну, хотя бы чаем напою. Чая можно. Алексей, скажите, что все-таки с вами случилось и почему эти двое вас ищут? Да, какая-то... какая-то темная история. В общем, я проводил операцию, обычную, плановую. Все прошло хорошо, без осложнений. Пациентка отошла от наркоза, и я ее выписал, ну, под подписку. А по дороге домой она умерла. Ну, и в ее смерти обвиняют меня. К тому же она оказалась женой какого-то серьезного человека. Ну, как я понимаю, вот эти двое – это его люди. А вы уверены, что вы не виноваты? Абсолютно. Ну, я бы и не выписал ее, будь у меня хоть малейшее подозрение. Но просто в заключении эксперта было сказано, что она умерла от внутреннего кровотечения. А этого не могло быть. Ну, я пошел к этому эксперту и попросил сделать повторную экспертизу. Когда выходил от него и подошел к своей машине, подошли эти двое. Я подумал, что они из полиции, и сел к ним в машину. Они вывезли меня в лес и пытались убить. Ну, в общем, дальше вы сами все знаете. И что вы будете делать? Доказывать свою невиновность. Как? Ну, там что-нибудь придумаю, если жив останусь. Знаете, когда я вас увидела, так испугалась, словно мороз по коже. Могу объяснить это как медик. Ну, в общем, при сильном испуге происходит спазм сосудов. Отсюда и ощущение холода. Интересно. Буду знать. Поздно уже. Завтра рано на работу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что, мать вашу, какого-то докторишку найти не можете? Так а что? Мы всю округу обыскали, две деревни прочерстили, его никто нигде не видел. Так может его кто-то из местных прячет? Так нам что, с обыском по домам пойти? Мозги включи. Мента какого-нибудь местного найди. Денег ему дай, пусть походит по домам, поспрашивает. Я тебя что, учить должен? Я понял, сделаем. Так, все, я больше ждать не собираюсь. Я сейчас сам приеду. Без меня ничего сделать не можете. Чё Беспалов так бесится, а? На кой сдался ему этот доктор? Жену шефа все равно уже не вернешь. Там не все так просто. А ты чё, чё-то знаешь, что ли? Может, чё и знаю. Ну так рассказывай давай.
А зачем? Меньше знаешь, лучше спишь. И то верно. Поехали. Ну, будем блесну доделывать? Обязательно будем. Тогда я с инструментами сбегаю. Да, только крючки возьми, ладно? Ладно. Спасибо большое. Мне пора на работу. Я дождусь вас, наверное. Если не возражаете, попрощаемся. Хорошо, дождитесь. Мать, Господи, ты опять явился. Идите, пожалуйста, в комнату. Ну чё молчишь? Чё ты припёрся-то? Деньги тебе не дам. А я не за деньгами, я за телевизором. Ты чё, сдурел, что ли? Ты и так всё из дома вынес. Не дам тебе телевизор. А у меня нужда. Телевизор куплен за мои деньги. У тебя нужда только на пицце, я сказала, не дам. Ну чё ты мне сделаешь? Не трогай маму. Ты не трогай ребенка, а! Иди в комнату. Опа! Это еще что за конь в пальто? Еще мои рубашки. Ты кто такой? Так, допустим, родственник. Чё-то я не помню, чтобы у Алёхи родственники были. Не было, сейчас появился, пошел вон отсюда. Ты чё такой бурзый? Слушай меня, родственник. Денег дай, и я уйду. С тобой, шалава, мы еще поговорим. Ладно. Зря вы так. Теперь он знает, что вы здесь. Извините. Не сдержался. Есть настоящая. Щука мимо не пройдет. Так, Леша, вот интересно, почему щуку лучше на блесну ловить? Ну, просто щука же хищник. А у хищников такие повадки. Вот они залягут где-то на дно, в какой-нибудь яме, и ждут свою жертву. Долго ждут, терпеливо. А ты им туда блесну забросишь, свет на ней отразится. И щука думает, что это какая-то мелкая рыбешка. Хватит ее. Реакция у них молниеносная. Да так и в жизни бывает. Живешь и не знаешь, что хищник за тобой наблюдает. Все ждет подходящего момента. Только ты блеснешь. И все. Сегодня обязательно блесну проверю. Вдруг получится щуку поймать. Угу. Только надо удилище покрепче, чтоб щуку-то выдержала. Есть у тебя такое? Сейчас поищу. Thank you.
сейчас. Сейчас, подожди. Потерпи немножко, пожалуйста. Что случилось? Его укусила оса. Он у меня аллергик. Нужно скорую вызвать. Так. Не успеет. Может развиться отек. Садись, дыши. Так, спокойно, не бойся ничего. Просто вдыхай медленно и выдыхай. Давай. Дыши. Вдыхай. Какие лекарства есть? Тихо. Все будет хорошо. Так. Это все? Да, с ним такой первый раз. Таблетку он сейчас не проглотит. Таз с горячей водой принесите. Дыши медленно. Вдыхай, выдыхай. Вдыхай, выдыхай. Так. А это поможет? Должно. Если не поможет, придется резать трахею. Как резать? Все, не бойся ничего, дыши. Дыши! Вот, выдыхай. Молодец. Давай. Дыши. Вот, умница. Все, можно давать таблетку. Воды принесите. Так. Молодец, вот, молодчина. Спокойно, молодец. Митя заснул. Хорошо. Спасибо вам большое. Вы мне сына спасли. Не представляю, что было бы, если бы не вы. Но я врач, это моя обязанность. А вы правда могли бы Мите трахею разрезать? Ну, вообще-то, профессия врача не самая гуманная. Иногда приходится делать людям больно. Для того, чтобы спасти жизнь человека, иногда мы погружаем его в состояние искусственной комы, там, отключаем мозг, сердце. Какая у вас серьезная профессия. На вас такая ответственность лежит. Да. Ответственность. Но, к сожалению, попадаются и не очень порядочные люди, которые забывают главную заповедь врача – не навредить больному. К счастью, далеко не все. Побольше бы таких врачей, как вы. Я самый обычный врач, ну, который просто пытается сделать свою работу хорошо, вот и все. А у нас в поселке вот… До сих пор нет врача. Который месяц. Не хочет никто к нам в глушь ехать. Так, Нина Петровна, давай по делу конкретно, что твоя соседка сделала? Я же говорю. У моей Маньки, коровы, молоко пропало. Ну, а соседка здесь при чем? Веди ее к ветеринару. Так это же Семеновна на мою корову порчу навела. У нее и бабка колдунья была. Всякие заговоры знала. Бывало, на воду пошепчет, вылит на чужой огород, и на том месте уже ничего не растет.
Так, Петровна, иди. Не дури мне голову. Ну а Манька-то как? Веди ее к ветеринару. Все, иди. Здравствуйте. А мы опять к вам. Слушаю вас. Слушай, лейтенант, у нас к тебе дело. Какое? Товарища своего мы так и не нашли. И что? Вот мы и хотим, чтобы ты нам помог. Ну, походи по домам, поговори, поспрашивай. Ты же здесь власть, тебе не откажут. А с какой стати я должен вам помогать? У вас какие полномочия? Вот наши полномочия. Понятно. Вот что я вам скажу, ребята. Забирайте свои деньги и уезжайте по-добру, по-здорову, пока я в район не позвонил. Ну ты подожди, не торопись. Подумай. Если надо еще, мы добавим. Забирайте свои деньги и проваливайте. Ну, как знаешь. Найдешь его первым, вали сразу. Беспалов сказал, что он не должен остаться в живых. Ау! Что ау? Терпи! В следующий раз не будешь носиться, сломя голову. Смотри, какие красавицы тут работают. Вы ко мне? К тебе. Иди давай. Замужем? Да нет. А я бы на такой красавице прямо сейчас женился бы. Ты здесь врач? Да какой я врач? Так? Фельдшер? А скажи-ка нам, фельдшер, кто-нибудь в последнее время обращался к тебе за перевязочными материалами? Йод, зеленка, антибиотики?
Ко мне все время кто-нибудь обращается. За бинтами каждый день приходят, всех не упомнишь. А журналы что-то ведешь? Некогда мне вести журналы, я одна работаю. Ко мне толпы ходят. И с чем толпы ходят? Ну, кто с чем? У кого живот болит, кто вот с ногой? Чужие были? Да, вроде нет. Все свои. А свои за медикаментами приходили? Нет. Точно? Точно. Ну ладно. Бывай, красавица. Может, еще увидимся. Геннадий Борисович! Моя фамилия Левко! Это я делал вскрытие! Мне надо с вами поговорить! Отпустите его! Говори. Я знаю, кто убил вашу жену. Садись в машину. Здравствуйте, Тимофей. Привет, Мария. А ты ко мне по делу или как? Вообще-то по делу. Я хотела с тобой о Валентине поговорить. Очень беспокоюсь я о ней. А чего ты о ней беспокоишься? Из-за Кольки? Да нет. Квартирант у нее появился. Какой квартирант? Помнишь, два бугая мужика по всей деревне искали? Так вот они ко мне только что заходили. Я страху натерпелась жуть. Ну? Что ну? Этот мужик, которого они ищут, у Вальки в сарае раненый. Ты откуда знаешь? Она ко мне вчера забежала, сама не своя. Лекарства взяла, бинты, шприцы. Я потом к ней. Она из сарая выходит, и сама мне во всем призналась. Это точно? Ну что я тебе, врать буду, что ли? Я же говорю, я за подругу беспокоюсь. Не дай бог что. Ой, чует мое сердце. Так, вот что, Мария. Ты пока об этом никому не рассказывай. За кого ты меня принимаешь? А я пойду, сейчас к Вале зайду. Беспалов? Начальник моей службы безопасности? Зачем ему нужно было убивать мою жену? Ну, этого я не знаю. Он попросил у меня ампулу одного препарата. Это он сделал укол вашей жене, от которой она умерла. Но я не виноват, я понятия не имел. Зачем ему этот препарат? Значит, заключение липовое? Он заставил меня написать это заключение. А теперь пытается меня убрать как ненужного свидетеля. Я сам слышал. Меня уже хотели убить, чуть не убили. И убежал. Кто тебя хотел убить? Вон эти. Товарищ полковник, приветствую, Завьялов. Приветствую тебя, Геннадий Борисович. Иван Петрович, я ведь никогда не обращался в твое ведомство за помощью, но тут такая ситуация. Что там у тебя случилось? Очень нужна твоя помощь в решении одного кадрового вопроса.
Срочно. О, гляди, опять тут алкаш. Стой! Чего тебе? Ну что, нашли, кого искали? Знаешь, чего? Может, и знаю. Говори. Давай деньги скажу. Сначала информация, потом деньги. Хорошо. Прихожу я сегодня к своей бывшей домой. Ну, с сыном повидаться. Ближе к делу. Короче, прихожу домой, а там мужик еще падла в моей рубашке ходит. И говорит, что ее родственник. И что? А то, что нету у Вальки родственников. Ну где живет твоя Валька? Вот так вот по этой дороге прямо едете. Там в конце будет дом 36-й. Вот она там с сыном и обитает. Ясно, поехали. А деньги? Сначала проверим твою информацию, а потом деньги. Вот Иуда продал свою жену и сына. Да уж, за просто так. Мужик, ты чего, а? Все же было, че ты? Давай тебе чайку подолью. Ну, мам, ну, пожалуйста, можно я на рыбалку сбегаю? Блесну опробую. Ну, какая рыбалка? Только что у тебя был приступ. Ну, мам, ну, пожалуйста. А если я большую щуку поймаю? Алексей, ну хоть вы ему скажете, что ему нельзя уходить из дома. Да почему нельзя? Пускай идет. Да с ним уже все в порядке. Это я вам как врач говорю. Я не знаю. Хорошо, иди, только недолго. Ладно. Ну, может быть, чайку? Спасибо. Валентина, ну, мне уже гораздо лучше. Я, наверное, пойду. Не хочу доставлять вам беспокойство. Ну что вы, какое беспокойство? Оставайтесь, пока у вас рана не заживет. Спасибо. Алексей, а почему вы один, без семьи? Ну, у меня была невеста, но просто до свадьбы не дошло. Как же так? Ну, так вот. Ну, после института мне пророчили большое будущее. Место в клинике пластической хирургии предлагали. Я отказался. Пошел в обычную больницу. Ну, там, где я действительно нужен. Ну вот, моя невеста от меня избежала. Простой врач был ей не нужен. Это наш участковый. Идите в комнату. Тимофей! Привет, Валентина. А ты что здесь делаешь-то? Да вот, зашел проведать. Поговорить о том и сём. Ты одна? Одна. Митька на рыбалку убежал. А ты чё ищешь-то? На рыбалку, говоришь? Ты чё потерял-то? А если бы это те двое нашли? Валь, оно тебе надо. Так получилось. Где он? В доме. Пошли. Тимофей, он очень хороший человек, врач, хирург. Он просто попал в такую ситуацию. Разберемся. Ты только не руби с плеча. Тимофей. Здравствуйте. Ну, здравствуй, доктор Айболит. Тимофей. Валь, ты иди. Мы тут сами поговорим.
Едет. А, явился, не запылился. Значит так, валить его будем прямо в доме. Только по-тихому. Ну, а женщину с пацаном? Их что, тоже валим? На месте сориентируемся. О, смотри, а он как раз тот пацан. Ну, той бабы, что хирурга прячет. Ну да, он вроде. Очень кстати. Эй, мальчик! Иди сюда. Иди. Да, невеселая у тебя история, доктор. Но я тебе вот что скажу. Оставаться тебе здесь нельзя. Ты Валю и ее пацана подставляешь. Завтра меня здесь не будет. Нет. Эти двое опять по деревне шастают. Уходить надо прямо сейчас. Хорошо, сейчас уйду. Куда же он пойдет на ночь глядя, а? Он ранен. Они сразу его схватят. Ладно, может, ты и права. Отвезу тебя в райотдел, там ты будешь в безопасности. Да и вали гора с плеч. Спасибо. Вот и договорились. Это они. Те двое, еще с ними какой-то третий. Чего делать-то? Я выйду к ним. Нет. Не ходи. Ну, а выхода нет. Значит, надо его придумать. Так. Оставайтесь здесь. Я сам с ними поговорю. О, мент, и ты здесь. Решил все-таки воспользоваться нашим предложением и походить по домам. Слушай, ты просто отдай нам хирурга и все. Пока по-хорошему прошу. Мы ведь без него все равно не уедем. У вас времени нет. Я подкрепление из района вызвал. Пока еще есть. Вот что. Предлагаю обмен. Ты нам хирурга, а мы тебе пацана. И разойдемся. Какого пацана? Ах вы! Зачем пацана вмешивать? Сами разберемся. Так ты же сказал, что нет времени разбираться. Отпустите ребенка. Ну вот и хорошо. Тащи его в машину. Пошли. А куда они дядю Лешу? Они что, не злодеи? Да, не злодеи. Иди домой. Почему ты их отпустила? Что я мог сделать? Они Митьку схватили. Придумай что-нибудь! Да успокойся ты, хватит орать! Они убьют его. Ладно. А ты куда? Я с тобой. Иди в дом, сами разберемся. Давай здесь его бросаем. Ну что, сволочь, бегать от меня вздумал? Я не виноват! Знаю, что не виноват. Просто так получилось. Просто в этой ситуации ты оказался крайним. Так что извини, мужик, ничего личного. Кончать его. Полиция, бросай оружие! А, опять этот мент. Мы же с тобой договорились. А ну отошли от него, живо! Слушай, давай вали в свой курятник и там командуй. Я сказал оружие на землю! Ну ладно, ладно. Ты пушкой-то своей не размахивай. У нас ведь трое, а ты один.
Повторяю, оружие на землю! Слышишь, мент? Вали по-хорошему! А, по-хорошему, значит, не хочешь. А ну лежать! Только рыпнись! Руку! Сволочь! За что ты убил мою жену? Говори, ну! Говори все, что знаешь. Беспал спал с вашей женой. У них был роман. Она забеременела от него и хотела уйти от вас к нему. Вот за это он ее и убил. Боялся, что вам все расскажет. Уводим. Ну что, доктор, живой? Да, вроде да. Пойдем. Алексей Дмитриевич, как же я рад, что все разрешилось. Ваше профессиональное имя полностью реабилитировано. Поздравляю. Конечно, жаль девушку, но ничего не поделаешь. Судьба. Да. Судьба. Когда будете готовы приступить к работе? Боюсь, никогда. Держите. Как увольняетесь? Почему? У нас одна из лучших клиник. И если оклад не устраивает, мы можем с вами потом обсудить. Спасибо, Олег Юрьевич, но я решил. Нашли другое место? Нашел. Руки мой, садимся обедать. Что у вас на обед? Уха.
Значит, Митька поймал, да, свою щуку? Поймал. А мне ухи нальешь? Налью. А ты к нам надолго? А к вам врача не прислали еще, да? Нет. Тогда надолго. Дядя Леша! Ух ты! Ух ты! Какой ты! Дядя Леша, мы на рыбалку пойдем? Обязательно. Это, кстати, тебе. Вот. Ух ты! Дядя Леш, пошли скорее собирать! Пошли, пошли! Ну чего, на нашу блеснущуку поймал? Ага, на нашу.